Про Фанни Каплан написано очень много. И еще много напишут, не сомневайтесь. До сих пор идут споры о том, она ли стреляла в Ленина. А если она, то почему? Я хочу затронуть одну оригинальную версию, фактов о которой довольно мало, но они есть. Сторонники теории, о которой пойдет речь, уверены, что большинство документов и показаний, зафиксированных на бумаге, было уничтожено советской властью, чтобы не бросать тень на вождя мирового пролетариата и его семью. Достаточно предисловий. Перейдем к сути. Итак, 1917 год. Фанни Каплан, заслуженная каторжанка, прославившаяся покушением на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Она уже не анархистка. Она придерживается эсэсовских убеждений. Фанни отдыхает в доме для политкаторжан в Евпатории. Так тогда назывался санаторий Приморский. Каплан еще молода, но состояние здоровья оставляет желать лучшего. Вот женщина и лечится. И тут неожиданная встреча с Ульяновым. Нет, пока не с Владимиром Ильичем, хотя и это, как мы знаем, будет через год. В доме для политкаторжан Фанни знакомится с врачом Дмитрием Ильичем Ульяновым, занимающим пост чиновника от медицины в Советах Крыма. Младший брат Ленина молод, привлекателен, похож на вождя революции, большевик, а как иначе? Он, по свидетельствам современников, хорошо знавших младшего Ульянова, любит выпить и пообщаться с женщинами. И тут ему встречается Каплан. Не сказать, что первая красавица, но и не женщина с отталкивающей внешностью. А главное, Фанни очень неопытна в делах сердечных. Ей некогда было ими заниматься. Увлеклась революционными действиями. По одной из версий, Дмитрий Ульянов воспользовался своим докторским положением и соблазнил неопытную Каплан. По другой, и соблазнить никого не надо было. Фанни влюбилась в мужчину. Это не особо важно. Интересно другое. Влюбленным пришлось расстаться. По этому вопросу тоже существуют разные мнения. Одни считают, что Каплан и Ульянов не сошлись во взглядах, поэтому не могли быть вместе. Как было указано, Фанни была эсеркой, а Дмитрий – большевиком. Каплан надеялась, что учредительное собрание сможет установить новую власть в стране. Конечно же, она верила, что эсеры станут править, потому что очень многие их поддерживали. А тут откуда-то вылезли скромные в плане популярности большевики, и их лидер заявил «Есть такая партия», готовая взять власть и ответственность на себя. По другой версии, Дмитрий просто мило провел время с Каплан и решил переключиться на других дам. И на этом этапе уже можно предположить, что Каплан возненавидела всех Ульяновых. А в Ленина стреляла не только потому, что он был лидером большевиков, но и потому, что Владимир был братом Дмитрия. Конечно, версия слабая, потому что, по сути, не основывается на железных доказательствах. Что касается судьбы Каплан, то она должна быть вам известна. Дмитрий Ульянов же дожил до 1943 года. Был женат, имел детей. Дочь у него родилась вне брака. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.